читаем стихи. Дети группы «Солнышки» из детского сада «Незабудка» прочтут стихотворение Андрея Усачева «Доктор». Это стихотворение нам нравится, потому что его можно рассказывать, когда мы играем. Доктор, доктор, как нам быть? Уши мыть или не мыть? Если мыть, то как нам быть? Часто мыть или пореже? Отвечает доктор. Реже. Отвечает доктор гневно. Реже, 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 гневно.